сегодня с вами поговорим о том, что такое дружба, что такое любовь и что такое толерантность. И как все вот эти качества могут ужиться в одном человеке. Татьяна Янкина – учитель истории в селе Ганьба. 8 лет назад она работала в небольшой сельской школе. Алексей тогда был корреспондентом нашей телекомпании и однажды получил задание. Поступило задание от редакторов. Говорит редактор, значит, в одном из сел Топчихинского района появился молодой педагог. Педагог этот выиграл грант, и съезди-ка ты в это село и расскажи об этом педагоге. Вот этот самый материал. Алексей признается, когда делал сюжет о будущей супруге, съемочный процесс проходил в школе и дома. На рабочем месте впечатление не произвела, а вот когда увидел ее в быту, в груди что-то ёкнуло. А вот Татьяна говорит, Алексей понравился сразу. Мой собеседник мне показался очень интересным, таким живым. Но еще и очень скромным, потому что он как-то осторожно задавал каждый вопрос. И вот, наверное, его скромность... Ну и интеллектуальность, она меня, наверное, и поразила. Они семья уже 8-й год. Смеются, более разных людей представить сложно. Фильмы нравятся разные, темпераменты разные. Почему мы не одинаковые? Так потому что, наверное, и Бог нас и создал такими неодинаковыми, чтобы нам было интересно вместе. Есть то, что объединяет их на 100% – любовь к путешествиям. Несколько лет назад они взяли за правило время от времени отправляться туда, где еще не были. И нам вот нравится именно палаточный отдых. Вот это тоже наша традиция. Мы не едем ни на какую-то базу там, а вот именно дикий такой туризм. Это очень нас сближает. Объехали почти всю республику Алтай, весь Алтайский край и понемногу изучают другие регионы. Признаются, одна из самых больших ценностей в жизни – открывать новые места, знакомиться с новыми людьми. И делать это, уверены они, лучше всего вместе. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.